13 стих. Господь говорит женщине, что ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Некоторые люди ошибочно полагают, что в результате греха, в результате грехопадения, Бог проклял человека. Нет, Бог человека не проклинал. Проклял Бог змея. Каким образом змей участвовал во грехе и в грехопадении? Этого мы не знаем. И как быть со змеями, которые родились после, которые появились на свет после того момента? Тоже не вполне понятно, хотя об этом мы поговорим позже. Но так или иначе, змей участвовал в грехопадении человека и понес последствия, принял последствия этого события. Меня спросили во время перерыва, а как вы думаете, изначально у змея были ноги? Я думаю, что да, были. Наша ошибка заключается в том, что мы полагаем, что природа до грехопадения была такой же, как и после грехопадения. Но это не так. Ведь мы сегодня живем в падшем мире, а они жили в святом мире до грехопадения. Какая же разница? Я думаю, такая же, как разница между жизнью и смертью. Величие этой разницы, величие этой дистанции невозможно даже посчитать. Вот Бог и обращается к змею. И у нас не остается выбора, кроме как поверить, что Бог может говорить, обратиться к животному, так что животное его понимает. Кстати говоря, на основе того, что человеку было дано владычество над всем творением, можно предположить, что в свое время животные понимали человека. До грехопадения животные понимали человека. Иначе как владычествовать существами, которые тебя даже не понимают, а, соответственно, и не могут тебя слушаться? Очевидно, что до грехопадения у человека были некоторые возможности, некоторые способности, которые он потом потерял. Мы еще будем говорить о последствиях грехопадения. Очевидно, что у нашего разума были особые возможности. Я говорил недавно про Фому Аквинского и предположил, что Фома Аквинский куда лучше, куда выше как философ, чем как богослов. Фома Аквинский сделал и написал много хорошего. Одна из его проблем, однако, заключалась в том, что он не вполне понимал влияние грехопадения на человека во всех областях его жизни. Фома понимал, что грехопадение оказало влияние на нашу физическую природу, что все мы смертны. Фома понимал, что грехопадение повлияло на нашу нравственную природу. Мы предпочитаем грешить, и вне Божьей благодати мы остаемся грешниками. Но Аквинат как-то не понимал, что падение коснулось и нашего разума, нашего интеллекта. Он не понимал, насколько сильно затронуло грехопадение нашу способность к духовному, к интеллектуальному разумению. Я отлично понимаю, что мой разум — это падший разум. Я отлично понимаю, что мой интеллект — это падший интеллект. Но я понимаю, что все части нашей природы в равной степени затронуты грехопадением. Но по большому счету мне иногда хочется предположить, что мой разум пал ниже других частей моей природы, потому что я иногда думаю о таких гадостях, которые потом не берусь реализовать, не берусь сделать. Я понимаю, что это гадость. А наш разум — это падший разум. Возможно, что разум пал ниже других областей нашей природы. В частности, грехопадение затронуло наше понимание. Кто подлинно понимает смысл Троицы? Кто подлинно понимает, до конца понимает взаимоотношения между Божьим владычеством и человеческой ответственностью?
Кто понимает это так, чтобы снять покрывало таинственности, покрывало тайны? Кто понимает, каким образом Христос соединяет в себе одном Божью и человеческую природу? Кто понимает это настолько, чтобы не осталось тайны? Знаете что? Возможно, Адам все это понимал до грехопадения. И с полной определенностью мы можем сказать, что после грехопадения растеряли многие возможности, многие способности, которые у нас были раньше. Среди них способность понимать самих себя и по-настоящему понимать Божие Слово. Кстати говоря, на основании 14 стиха мы должны предположить, что до грехопадения у животных тоже были некоторые способности, которых сейчас у них нет. Мы должны предположить, что и ходил тогда змей по-другому. Он ходил на ногах, сейчас ему остается только ползать. Нам приходится предположить, что звери, животные, имели способность понимания, понимания Бога. В частности, потому что Бог обращается к змею, и Ева обращается к змею. Теперь давайте обратимся к посланию к Римлянам, 8 глава. Откроем Римлянам, 8 глава, 23 стих. Римлянам 8, 23. Апостол Павел говорит, что такое ожидание возвращения Христа. Он говорит о нашем уповании. Упование на второе пришествие Христа, на возвращение Христа. И в 21 стихе, нет, даже в 18 стихе, в Римлянам 8, 18, он говорит о страдании, в котором мы сейчас живем, и о славе, которая предстоит открыться. В 19 стихе он говорит о творении. Обо всем творении он говорит как о живом человеке, как о том, кто ожидает с надеждой, о том, кто надеется, о том, кто уповает на события, которые предстоят в будущем. Он говорит, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. В 20 стихе он говорит о грехопадении, потому что тварь покорилась суете. Об этой суете мы с вами поговорим немного подробнее. Не добровольно, но по воле покорившего ее. Он говорит о том, что все творение, как узник, ожидает освобождения из тюрьмы. Узник ожидает освобождение, и творение оказывается узником грехопадения, узником греха. В 22 стихе он сравнивает это с тем, как женщина ожидает рождения ребенка. Она стенает и мучится до момента родов, до появления ребенка на свет. И не только она, но и мы сами стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы ожидаем того, как в будущем ощутим себя детьми Божьими. Но это в будущем. Что же было в прошлом? А в прошлом все творение было подчинено этой суете. Но кроме проклятия, мы находим и обещание. И вот что интересно. Обещание, обетование звучит в контексте проклятия. Библеисты считают Бытие 3.15 одним из самых важных стихов Библии. Это первое место, в котором упоминается Иисус Христос в Его деле искупления. Кстати говоря, в Своем деле творения Христос уже упомянут. Помните первую главу? Первая глава, 26 стих. Бог говорит, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». С кем он беседует? Кому он обращается? Как интерпретируют, как толкуют этот стих иудеи, верующие в Ветхий Завет, говорит, они обращаются, он обращается к ангелам, говорят они.
Ну так что же, Бог советовался с ангелами? Так что же, мы сотворены по образу ангелов? Разве то же самое, сотворены ли мы по образу ангелов или по образу Божию? С кем же он советуется? Он советуется со своим сыном. Но вот это участие Христа в сотворении. Кстати говоря, Христом мы еще не имеем права в этот момент его называть. Пока мы можем называть его только второй ипостасью Божества, второй ипостасью Троицы. Первая ипостась — Бог. Творение, Творец, вторая ипостась — Бог Искупитель. Но на самом деле и Христос участвует в творении, и Бог Отец участвует в искуплении. Но вот Бог обращается к змею. «И вражду положу между тобою и между женою». Да, ты будешь врагом жены. Но дальше. «И между семенем твоим, и между семенем ее». Оно, а в других переводах «он» будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пяту. Три момента. Мы знаем, во-первых, что это отношение между змеем и семенем женщины. Я уже говорил вам о том, что в книге «Бытие» мы видим предвестие, мы видим первые указания на доктрину, на учение непорочном зачатии. Вот эти указания как раз и находятся в Бытии 3.15. Семенем женщины? Какое же семя у женщины? Мы отлично понимаем, что семя у мужчины. У женщины яйцеклетка. А здесь Господь говорит о семени женщины. Семени женщины, которая будет мужчиной, тем, кто будет поражать змея в голову, тем, кого змей будет жалить в пяту. Это великие и славные слова. Это начало благодати. Стала ли женщина теми воротами, через которые вошел в мир грех? Конечно, стала. Но она стала также воротами, через которые в мир вошло искупление. Она вкусила плод, плод прошел через ее уста, она приняла Спасителя, Спаситель вошел в мир через ее чрево. Вот вам благодать. Славная, преславная благодать Божия. Бог как бы говорит сатане: «Сатана, ты думал, что ты через нее уничтожишь этот мир? Нет, я уничтожу тебя через нее, через женщину. Я приведу Искупителя». Это и называется протоевангелиум, первое Евангелие, первое указание на Спасителя. Как же он поражает змея в голову? Он отнимает силу смерти у него, у змея на кресте, умерев на кресте. Как же змей жалит женщину в пяту, семя женщины в пяту, прибиванием гвоздей в ноги Иисуса Христа.